Государственный долг Украины превысил 2 триллиона гривен. Это больше 4 триллионов рублей по нынешнему курсу. Для сравнения, украинский госдолг вырос в 4 раза с момента переворота в феврале 2014 года. В эти дни как раз вспоминают события на Майдане, когда была свергнута законная власть. С тех пор ситуация в экономике постоянно ухудшается. Страна набрала новых кредитов, погашать которые нечем. Доходы населения падают. На Востоке, к примеру, на подконтрольных Киеву территориях сейчас бастуют шахтеры. Многие предприятия на грани банкротства. Yeah.